Приветствую вас, друзья мои, у себя в гостях на канале Старый Кролик Готовит. Сегодня я повторю рецепт. Рецепт десерт быстрый, называется банановый кекс в кружке. Но я буду использовать не кружку, пиалу. Я бы назвал его офисный рецепт, потому что будем готовить в микроволновке. Хотя я отношусь к приготовлению микроволновки как-то не очень хорошо. Ну, посмотрим. И заодно глянем, что нам для этого понадобится. Ну, а понадобится нам банан, яйцо, щепотка соли, 5 столовых ложек муки, 1,5 столовой ложки сахара, по 0,5 чайной ложки разрыхлителя и корицы. Банан. Разминаем вилкой. Яйцо сюда, щепотку соли, столовую ложку сахара, четверть ложки корицы. Перемешиваем. Муку, разрыхлитель. Перемешиваем. Оставшийся сахар, оставшуюся часть корицы. Перемешиваем. Можете, кстати, использовать коричневый сахар. Сверху посыпаем. Можно украсить шоколадом, орехами. Самый мощный режим микроволновки ставим 3-4 минуты. Но смотрите, у кого-то чуть больше займет времени, у кого-то меньше. Я подержал 6 минут. Банановый кекс в микроволновке готов. Приятного аппетита! Пробовать. Ну, смотрите, кому-то это понравится, кому-то нет. Вам спасибо, что забегали, смотрели. Не забывайте. Скоро увидимся.